Корнеева. Люди. Навстречу людям. В понедельник в Самарской области пасмурно и дождь, плюс 6, плюс 8 градусов днем, ночью 1-3 выше 0. Ветер усилится, северо-западный 5-7, порывы до 18 метров в секунду. В Сызрани тучи и дождь, днем плюс 6, ночью плюс 2, северо-западный 7 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, сильный дождь. В дневное время плюс 7, ночью плюс 3, северо-западный 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, продолжительный дождь. Днем плюс 6, ночью плюс 2, северо-западный ветер 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Здравствуйте. Вы позвонили в банк «Неева». Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. Что у нас надежное и комфортное РКО для бизнеса любого размера. Банк «Неева». Люди. Навстречу людям.